момент. Мы ждем финал. Принципиально у нас сюда. Есть у нас открыт счет. Кто еще нас занимает после сольного прохода? Обрезали. Серега, не рушай здесь. Снимай его, блядь. Эй, Валер. Вот так он. Что там было? Оборонный порядок, говорит комментаторы. И момент, и выше ворот у нас пролетает мяч. Команда Киевщина 2-0 становится. Второй мяч забивает команда Киевщина 2-0 становится. Ну а за протоколом 37-я. Есть еще немного времени, ну а сейчас конец. Не только все команды участники, но и будут индивидуальные призы. И будет там лучший игрок каждой команды определен. Так что давайте дождемся церемонии награждения. Пустые ворота. Еще на 3-0 на последней минуте. Дождемся финального свистка.